Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов Викторио Мачо. Был известным испанским скульптором 20 века, считается одним из величайших представителей современной испанской скульптуры. На его стиль повлиял арт-деко. После его смерти его дом и мастерская в Толедо были образованы музей, посвященный его творчеству, музей Викторио Мачо. Он был изображен на почтовой марке Испании. Я цитирую Википедию. Викторио Мачо родился в небогатой семье в Паленсии, Испания, в 1887 году. Родители записали его в школу изящных искусств и ремесел Сантандера, где он учился лепке. В 1903 году, в возрасте 16 лет, переехал в Мадрид, продолжил учебу в Академии изящных искусств Сан-Фернандо. Впервые он прославился памятником Гальдосу, Бенито Перес Гальдос, испанский реалист-романист. Покинул Испанию во время диктатуры Примо де Риверы и переехал жить в Андае, недалеко от границы с баскским районом Франции. В 1936 году был избран в Академию изящных искусств Сан-Фернандо. Исход гражданской войны в Испании вынудил его отправиться в изгнание во Францию, Россию и, наконец, в Америку. Прожив 6 месяцев в Колумбии, начал длительное пребывание в Лиме, в Перу, где женился на Зоиле Барос-Конти. Наконец он вернулся в Испанию в 1952 году. Основал свой дом и мастерскую в Толедо, центральной Испании. С 1967 года в этом же здании находится музей Викторио Мачо. В 1964 году получил большой крест ордена Изабеллы Католической. Умер в Толедо в 1966 году в возрасте 78 лет. Ну, так вкратце из Википедии о Викторио Мачо, известном испанском скульпторе 20 века. Пока-пока, до свидания.